Друзья, привет! Настал новый ролик, и сегодня будем пробовать вот эту вот белую глину для лица, рук и тела от завода братьев Крестовниковых Этенефис. Упаковка запоминающаяся, такая бело-синяя, в стиле гжель народного промысла, где все фигурки, они как раз таки в такой стилистике бело-синий, синий с белыми разводами или белый с синими разводами. Смотрите, да, вот это вот мыло, я его начала замечать только в этом году, у нас 2021 год на дворе, а выпущено оно было для вот этого юбилея 165 лет традиции качества, и приходился юбилей на 2020 год. Здесь также об этом сказано, то есть вот мыло туалетное твердое, завод братьев Крестовниковых, юбилейная белая глина. Покупала я его в фикс-прайсе, и говорят, что там же еще продается розовое мыло, а вообще раньше был набор в прошлом году, скорее всего, подарочный, как раз таки в 20-м, из трех кусков: белое, розовое и зеленая или синяя глина, я уже не помню. У меня его не было, и я не пробовала. Сегодня это будет прям дебют мой с глиной. И вообще у меня, в принципе, очень мало опыта именно такого косметического мыла для лица, который с глинами, со всякими специальными дорогими компонентами, которые не пускают в мыло для рук или для тела. То есть только косметическое, только для умывания. Хочу сказать, что кусочек 100 грамм, он стандартный для многих производителей. Свобода, например, очень часто по 100 грамм выпускает кусочки. И оно кажется меньше. Ну, потому что все привыкли, что Нефисы, они большие такие, от Крестовниковых. А здесь вроде как у тебя мыло для лица. Ты будешь только им умываться, и нет смысла делать огромный булыжник, да, то есть маленького вполне будет достаточно. Хотя вот здесь написано, что для лица и рук. Ну, для рук не вижу смысла использовать с белой глиной или там с какой-либо другой глиной мыло. Оно, как обычное, такое красивое, немного отбеленное, но в то же время не белое, а вот цвет овечьей шерсти по запаху. Оно очень приятное, знаете, вот на что же оно похоже? Такое-то какое-то мыло. Недавно его нюхала, ну такой он приятный, для меня очень приятный запах. Нежно-сладко-кремовый такой. Немного похож, есть серия натуральная у того же Нефис, там есть глицериновое мыло, вот чем-то похоже. Сейчас попробуем, помылим. Меня больше всего интересует, будет ли именно вот такая вот субстанция именно глинистая в нем, потому что, ну, мыло с глиной, и будет ли пена, и будет ли кремовость. В общем, много что интересно попробовать и понять. Мыло с белой глиной от Невской косметики мне очень понравилось, очень классное было, реально. Так. По составу без пальмового масла. Это мыло, да, мы уже знаем, что Нефис может такое производить. Здесь основа — это животные жиры, пальмоядровое масло. Пальмового нет. Вода — глицерин. Отдушка очень такая тоже многоступенчатая. Содиум хлорид, каолин. То есть каолин — это белая глина. Она одна из первых в составе. Ее достаточно в этом мыле присутствует. Ну и дальше уже идут загустители, стабилизаторы и все такое. Вот. Если вы уже пробовали это мыло, пожалуйста, напишите свое мнение. Розовое мне писали, что понравилось девушкам. Да, пенится хорошо. Молодцы, Нефис. Надо им делать, значит, упор на жировую основу животных жиров. Вон, посмотрите, какая шикарная пена.
как-то у них, видимо, с пальмовым маслом не получается делать хорошую пену. Она у них очень скудная. Это тоже не воздушная пена, но тем не менее, вот она есть. Она такая кремовая. Ее достаточно для умывания, на мой взгляд. Тут вот даже какие-то пузырьки начинаются. Да, хорошая, хорошая пена. Хорошее мыло, но единственное, наверное, глина может вызывать аллергические реакции. Поэтому, если кожа с дерматитами, будьте осторожны. Это я вам просто даю такой совет. Можно все прочувствовать только на собственной шкуре опытным путем, но или спросить у своего косметолога-дерматолога. Да, мыло очень хорошее. Ну, вот так на первый взгляд, конечно, не могу сейчас заявлять, что оно прям очищает супер, но как мыло для рук вообще шикарное. Так что, кому нравится то, что вы видите сейчас, бегите в Fix Price, покупайте. Не пожалеете. Оно недорогое, насколько я помню. Супер, просто обалденное. Кремовое мыло с хорошей пеной и с приятным ненавязчивым запахом. Очень приятно перебирать в руках, но опять же, вот здесь вот острый край, какая-то шелушонька, и вот здесь видно плохо. Супер, да? Смотрите, какая классная пена. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поддержите меня лайком. Если есть что сказать, пишите комментарии. Ну и если интересна тема мыла, покупок и мыления, резко, все, что с этим связано, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересного. Всем пока!